представление! Сказки Карло Гоцци, принцесса Турандот, начинается! Позвольте представиться! Тарталья! Сегодня я буду играть роль великого канцлера при дворе императора Альтоума. Пантелоне! Буду играть роль секретаря его величества императора Альтоума. Предела! Буду играть роль начальника придворной стражи Руфальдино! Буду играть роль начальника Евгена! Гарема! Сеффи! Турандот! Пора! Смелость представит вам всех исполнителей сегодняшнего спектакля. Роль принцессы Турандот исполняет Борисова Юлия. Ортолафа, князя ногайских татар, Астраханского исполняет Лановой Вася. Лановой Вася, я сказал, да не то, не просто Вася, а Вася Высочество. Роль рабыни Адельмы, татарской княжны, соперницы принцессы Турандот, исполняет Максакова Людмила. А роль Зелимы, подруги принцессы Турандот, исполняет Райкина Катя. Обе, ну, никакого отношения к своим родителям не имеют и двигаются по нашей сцене своим ходом. Ответственнейшую и, в общем, очень трагическую роль самого настоящего императора Альтоума исполняет Шлезингер Владимир. Он у нас в спектакле очень много плачет, поэтому мы решили его принять в клуб веселых меланхоликов. Роль Тимура, хана Астраханского, отца Калафа, исполняет Кацинский Толя. Толя у нас очень серьезный человек и говорит басом, потому что в свое время взял на себя огромнейшую смелость родиться и вырасти, ну, совсем рядышком с московским зоопарком. Роль Бараха, воспитателя Калафа, он же Гасан, исполняет Дунд Гарри. Вот так. Это тот самый Дунд Гарри, который в прошлом году на этой же сцене сыграл ту же самую роль. Роль Измаила, друга одного из казненных женихов принцессы Турандот, исполняет Федоров Евгений Евгеньевич. А роль Сирины, матери Зелимы, исполняет не Хлопоченко, Нина Аполлоновна. Ну, вы сами догадываетесь, что Нина Аполлоновна является родной дочерью самого настоящего Аполлона. Остальные актрисы исполняют роли рабынь принцессы Турандот. Вот они у нас такие. Мы их одели в красивые платьица. В общем, они очень неплохо настроены, хорошо себя чувствуют. Но это, конечно, все угнетенный класс. Остальные артисты исполняют роли мудрецов дивана. Вот они у нас, видите, какие. Мы их тоже одели во фраки, в крахмальные рубашечки с бантиками.
Это все научные работники. Спектакль поставлен в 1922 году Евгением Багратионовичем Вахтанговым. Декорации Игнатия Невинского и Виноградова, музыка Сизова и Козловского, спектакль восстановлен Рубеном Николаевичем Симоновым. Оркестрик у нас небольшой и, в общем, никакого отношения к музыке не имеет. Я кончил, и вот мы начинаем! Готовы! Вот мы начинаем, наши песенки простой, Сашка в сказки превращаем, мы сейчас помост крутой. Все мы в этой сказке, ваши слуги и друзья, среди нас четыре маски. Это я! И я! Занавес раскроем, и под вихрями трепля, то покажем, как героя полюбили. Вот мы начинаем, наши песенки простой, царство сказки превращаем, мы сейчас помост крутой. Thank you.
богам, судили здесь, в столице, мне душу добрую найти. Что вижу я? Мой князь стола, возможно, жив еще. Барак. Мой князь, мой господин. Тебя я вижу. Увидеть вас живых и здесь. Молчи, не вдавай меня. Но как ты сам попал сюда? Велением самих богов, я думаю, коль с вами здесь не встретиться пришлось. Садись. Говори. Когда под Астраханью я нашел разбитым все наше войско, и татар ногайских я увидал бегущими в расстройстве под натиском хивинского тирана, который так жестоко овладел всем нашим царством, некогда богатым, и я скрылся в Астрахань, страдая от тоски и ран, и там узнал, что царь Тимур, родитель ваш, и вы, мой князь, мы попали в бою. Тогда, рыдая, побежал я во дворец, чтобы спасти Эльмаз, несчастную родительницу вашу. Но было поздно. Город беззащитный, уже входил неистовый султан с войсками, и мне пришлось бежать из города. 6 месяцев я шел, и, наконец, пришел сюда, переодетый персом с именем Гасана. Здесь случай свел меня с одной вдовой. Несчастный, беззащитный, помочь ей удалось, продав часть драгоценностей, что захватил с собой. Она мне нравилась, была мне благодарна и сделалась теперь моей женой. Она меня считает еще персом, зовет меня не Барах, а Гасан. В сравнении с былым мой жребий жалок, но в этот миг богаче и счастливец Тимура, хана сын, питомец мой, сам князь Калаф оплаканный, как мертвый, здесь предо мной живой. Но как вы живы, как очутились здесь? Не называй по имени меня. Садись, говори. Когда сражение проиграно под Астраханью было, и царство мы лишились. Во дворец я поспешил с отцом. Мы там собрали, что под руку попалось из сокровищ, и вместе с матерью моей бежали. Ну, жив ли он еще, и хан? Живы! Хвала богам! Мы кое-как дошли до Хорасана, и там, в садах у хана Кайкобада, я за работу черную взялся, чтобы с голоду не умереть. Однажды меня увидела княжна Дельма, и чувство в ней проснулось к чужестранцу, нежнее, чем бывает сострадание. Разбит был Кайкобад и уничтожен весь род его. Утоплена Дельма и 7 сестер ее, а мы бежали, скитались долго мы и, наконец, пришли в Берлу. Там заработком скудным насильщика кормил 4 года я мать с отцом. Да не продолжайте, князь, теперь пора забыть все эти невзгоды. Вас в одеянии богатом вижу. Так значит, счастье вам улыбнулось. О да, оно мне улыбнулось. Слушай. Хану улетел любимый кречет. Его поймать не удалось. Я птицу доставил хану сам, и он спросил, кто я таков. Ему себя я выдал за бедняка-носильщика, который отца и мать трудом тяжелым кормит. Он их велел принять в приют для бедных. О, боги! А барах, твой хан Тимур и ханша в приюте нищеты. Слушай дальше. Мне кошелек, вот этот хан вручил, дал мне коня, оружие и одежду, и я с отцом и матерью простился. И вот в столице я, неузнанный никем за 1000 миль от родины далекой. Я поступить солдатом войска хана здешнего хочу. Хочу быть бодрым. Не знаю я, какое торжество причиной наплыва чужестранцев. Я в караван-сарай попасть не мог, все занято. В той хижине убогой дала приют мне женщина одна. Моя жена? Уже? Скажи спасибо своей судьбе за добрую жену. Теперь прощай. Я в город направляюсь. Хочу взглянуть, какое торжество причиной наплыва чужестранцев. Остановитесь, князь! Уже вы в силах свидетелем быть ужасов таких? Мой благородный князь, город этот, арена кровавых дел. Кровавых дел? Не понимаю. Уже вы не слыхали, что... Да, принцесса, дочь единственная хана, повергла в скорбь и слезы всю страну. Да, кое-что слыхал я в Хорасане. Народ болтал, что князь, сын Кайкобада, погиб у вас в столице странной смертью, что того война его сгорела, с которой сгубила Кайкобада. Но мало ли что народ болтает глупый. Я тебя рассказы жду. Принцесса прославилась умом и красотой, которую не в силах описать художники. Ни кистью, ни резцом, хотя ее изображений 100. К несчастью, такое отвращение к замужеству она питает, что князья знатнейшие
И даже ханы тщетно руки ее искали. Слыхал это я и посмеялся над сказкой нелепой. Я слышал, что отца издать указ она просила, которым свататься к ней разрешалось всем ханам и князьям с одним, однако, лишь условием. В присутствии дивана, придворных всех и хана самого, три должен отгадать жених загадки, который предложит Турандот. И если жениху удастся это, то вместе с Турандот получит трон, а если нет, его казнят. И клятву искрепить указ отца она просила. Тогда скажи конец мне этой сказки. Ну, хотел бы я, чтобы это сказкой было. Я не могу тебе не верить. Значит, такой закон был издан, но безумца ведь не нашлось, чтобы головой играть. Взгляните, князь! Вот головы несчастных, казненных смельчаков. Ужасный вид. Находятся ж глупцы, что головы свои сложить готовы любви чудовища такого ради. Не говорите так. Увидеть стоит лишь кому-нибудь ее изображение. Повсюду есть они. Как он всецело во власти чар волшебной красоты и глух, и слеп к опасностям идет на все, чтобы ею овладеть. Одни глупцы. Нет, нет. Сегодня вот должны казнить из Самарканда князя. Умней его не видел свет, сам хан в отчаянии. А Турандот не тронуть. Вы слышали, мой князь, что казнь уже свершилась? Чтоб зрелище ужасного избегнуть, я и ушел из города. Ужасно, неслыханно. И как могла природа такую женщину создать? Моя жена имеет дочь, прислужницу в сарае. А госпоже ее жестокой мы многое слыхали. И дивились. Да будь я хан, я сжег бы эту ведьму. Вот князя, друг, несчастный Измаил. Его уж нет. Зачем удар смертельный не на мою пал голову? Но как же вы могли ему позволить на гибель верную идти? Жаль, я заслужил упрек такой. О, Бог! Остерегал, молил и заклинал его, как долг и дружба мне велели. Не внял он мне. И рог его увлек. Успокойся, будь философом, а? Он умер. Я был тут, при нем. Последний миг прижал губам и поцелуями осыпал страстно проклятое ее изображение. Затем склонил колени и свершилось. Проклятое стократ изображение лежит в пыли. Но если бы с тобою я растоптать мог ее? Нет, не могу я в Самарканд вернуться. Пустыню скроюсь я от глаз людских. Оплакивать возлюбленного князя. Вы слышали, мой князь? Я в изумлении, в смятении, в ужасе. Как может бездушное изображение так очаровывать? Мой князь, умолите, что делаете вы? Изображение хочу поднять с земли. Хочу взглянуть на эту красоту, что смертью дышит. Нельзя позволить вам! Успокойся! Доселе становился я женской прелести рабом, тем более в одно мгновение, так неужели же бездушные черты сильнее быть могут, чем красота живая? Успокойся, не до игры любовной мне теперь. И что ж, мой князь, остерегитесь! Довольно же, барах! Меня ты оскорбляешь.
может быть, что в этот дивный небесный лик лучистый, кроткий взор и нежные черты принадлежали бы чудовищу без сердца, без души? Несчастный князь, бросьте, проклятый этот образ! Напрасно все, напрасно речи тратишь, небесный лик, зовущие уста, глаза, как у самой любви богини. Барах, послушайте, перель никогда! Пора настала мне испытать судьбу, к чему влачить такую жизнь нет, или одним ударом завоевать прекраснейшую в свете. И с нею трон, или покончить разом с презренной и ненавистной жизнью. Барах, ведь прежде чем умру, увижу воочию я этот дивный небесный лик. Взгляните, князь Кала, вот голова несчастнейшего князя глядит на вас и вас остерегает. Бедный мальчик, какой же темный дух непобедимо меня влечет во след на гибель. Не до слез, барах, или не оплакал ты меня давно, как мертвого? Ступай и никому не выдай, кто я. Прощай. Нет, ни за что! Жена, ко мне, скорее, на помощь! Мой гость несчастный тебе отгадывать загадки хочет! Погибнет он! Так это вы, мой гость? На что же вас, любезный юноша, толкает в руки смерть? О, портрет красавицы! Ну кто же мог вам дать портрет ее ужасный? Чистый случай! Я сам! И вы, Скирина, мой конь и кошелек на вашем попечении. Ничем другим в убогой нищете я выразить вам чувство не сумею. Если вам не жаль, отдайте часть из этих денег на святые жертвы богам небесным и на помощь бедным. Пусть за несчастного помолятся они. Мой князь! Мой господин! Мой господин! Так этот юноша тебе знаком, скажи, кто он? Не любопытствуй! Не только это золото! Я все отдать готова за бедняжку на добрые дела! К тому же он прекрасный, благородный человек, высокого рождения! Дорог он и мужу моему, пусть так и будет! Три сотни кур и столько же рыбных к великому Снесуперкингузину! А в жертву гению... Корзина овощей и риса, да будет благосклонен к мольбам жрецов следующие конфуции. Зал для заседаний. Здесь поставьте трон для императора Альтоума, а здесь для принцессы Турандот. И смотрите, чтоб мебель была импортная. Здесь будут сидеть и грабыни, а здесь и мудрецы дивана. Для них мебель можно попроще. Занавеску! Ужас! Прошу меня не пугать! Чего такое обобщение, ужас? Одежды не достать, у нас есть! Что ты тут бегаешь, понимаешь? Панику разводишь! Предела народ требует! Но чего он требует? Чего ему не хватает? Брака! Чего? Брака! Да перестань ты, брака у нас вполне достаточно! Ой, предел он требует брака совсем в другом смысле! Каком? Ну, в смысле... Я другому отдана.
и никаких гвоздей. Гвоздей? Да. А при чем тут гвозди? Ой, ну как бы тебе объяснить? Вот, например, твоя мама наверняка была замужем. Так. Если бы твоя мама не была замужем, тебя бы не было. Да моя мама не была замужем, а я есть. А как ты ухитрился? А синтетически из смолы. Она говорила мне, из смолы. Это заметно по твоей голове. Ну подожди, ну что ты мне хочешь сказать-то? Что прибыл новый принц и требует руки и сердца принцессы Турандот. И все! А что, мама? Морочишь мне голову. Я вот тебе новость интереснее сообщу. Ты знаешь, что мы сегодня играем в спектакль «Принцесса Турандот» в 1338 раз? 1338 спектаклей. 1338, как отдать, и во всех отлично играл я. Нет. А я говорю, играл. Нет. Я тебе говорю, играл. А в таком случае, когда же ты успеваешь сниматься в кино? В контрактах? А кого ты играл? Ну, господи, боже мой, я все-таки как-никак начальник пригорной стражи, главный роли. Нет, ты мне ответь на вопрос. Какие роли ты играл в кино? Ну, конечно, в кино ты ходишь. Хожу. Смотришь? Ну, кое-что смотрю. Ну, вот посмотри на меня, ты сразу поймешь, кого я играл. Ну, смотри внимательно, ну. Софи Лорен. Точно! Слушай, а тебе, небось, трудно было входить в образ? Софи Лорен. Образ! Да фу! Образ! Мне что войти, что выйти, это мне раз, 23 раз плюс. А Софи Лорен, женщина, ловко я тебя подловил. Да извините, я же тебе говорю, что я же не с ней играл. Я как не с ней? То есть не ее играл, я с ней играл. Приехала в Астрояне. Брак по-итальянски, ты видел? Нет, а о чем это? Ну, господи, тупой ты, о браке по-итальянски. По-итальянски, не наш брак, по-итальянски. А Софи Лорен играет роль такой простой, такой трудовой, такой женщины. Трудовой? Ух, трудовой. Понятно, а общая идея какая? А общая идея очень глубокая. Нет плохих профессий, главное добросовестно относиться к своему делу. Сядем. Ригелла, приближается император. Thank you.
страдать и мучиться. Едва один несчастный принц успел расстаться с жизнью, его кончину оплакал я, как вот другой явился. И новой скорбью мне сжимает грудь. Злая дочь, рожденная на горе, что толку проклинать теперь тот час, когда я дал торжественную клятву великому Конфуцию исполнить мной жизненный декрет. Нарушить клятву я не могу. Не, это неудобно будет нарушить клятву вашего. Жестокости дочерней предела нет, и недостатка нет в глупцах, упрямых в дочь влюбленных. И некому советом мне помочь. Да, китенуете татуи, эти татуды, если тут. А вот это хлеб, да. Панталоша, по-моему, ты что-то сказал. Я говорю, да, китенуете татуи, эти татуды, если тут. Я опять, а вот это хлеб, да. Я не понял, что ты сказал. Ну так я же старого играю, у меня совсем почти зубов нет. Поэтому ты ничего не понимаешь, понятно? Понятно. Ну вот я и говорю, что тянуете, татуете, татуете, татуете. Смело сказал. А главное, вовремя. Ну и действительно, Ваше Величество, штатов мы с вами сдували, а в общем-то помочь советам некому. Я считаю очень, слышь, старик, я считаю очень у нас большой этот самый диван-кровать. Академик на академике сидит, и не академиков выгоняю. Я бы их наполовину сослал в глубинку. Вот в особенности вот этого, у которого петух на голове. Да ты что, с ума сошел, что ли? Они же никуда из столицы не поедут. Они же все без исключения осени любят столичную. Что? Жизнь. Ах, жизнь! Ну да, а я-то думал, что что-нибудь другое. Да, Панталоша, но наш Величество очень просил дать ему совет. Ну и что, вот ты давай совет, вот ты давай совет. А почему это я ему должен давать совет? Почему это я? Почему это я ему должен давать совет? Почему это я? У меня сегодня голова выходная. Я вчера очень напряженно, умственно работал. А ты у него в роли великого канцлера, вот ты и давай совет, и все. Что там, скажи? Ну, ну что же ты такой ленивый, Панталоша? Почему ну, это? Ну просто ты в последнее время очень обленился. Почему это? И я не знаю, Ваше Величество, и где такие лентяи родятся? Ты знаешь, где я родился? Ну я догадываюсь. Ты знаешь, где? Ну догадываюсь. Ты знаешь, где? Я же родился в этой, как ее, вот этой, на букву Х. Ну как, вот я так и знал, Химки Ховрин. Ничего подобного. Да. На букву Х, вот это вот, как ее, вот это вот, это. Ну, ну вот, господи, ну я тебе мухи с комарами, я. О! А в Хваленции. Панталоша, ну что ты такое на самом деле говоришь-то? Рассмешил меня. Ну как ты говоришь, что ты родился там в этой... Вот я бы на твоем месте сначала бы уж говорил, а потом уж думал. Ну как же ты говоришь, что ты родился там в какой-то... Ведь ты же рязанский. Да ничего подобного, я совсем из другой деревни. На
Тарталья, да, ваше лицо. Посетили ли вы несчастного искателя? Так точно, ваше лицо, посетил? Не посетил. Так точно, ваше лицо, осетил? Не посетил. Посетил? Не посетил. Ну, что ты ко мне привязался? Ведь я же не тебе, а царю доклад делаю. Ну и что? И вообще, потому что в последнее время очень много об тебе стал. В последнее время ты очень стал много об себе воображать. Ты, наверное, думаешь, что я умнее тебя. И совсем это еще неизвестно, это еще надо доказать. Так точно вас лицом осетил несчастного искателя, вот что я хотел сказать. Молодец, спасибо. Пусть новый принц войдет сюда. Хорошо. Попробуем его отговорить. Давай, попробуй, ваше лицо, одну минуточку, я только чистечку, я еще не успел сегодня встать. А вы, мужи ученые диваны, и вы, министры, милые мои, мне помогите. Когда мне горе, утомит уста. Ведь мы подмогнем, ваше величество, не сомневайся. И делаем. Встань, юноша неосторожный. Скажи, несчастный, откуда ты и чей ты сын? Позволь о том мне умолчать, властитель. О, сразу и нагрубил. А как же можешь ты, сокрыв свое происхождение, рассчитывать на брак с моей дочерью? Природный принц пред вами, повелитель. И если угодно будет небу, чтобы умер я, мое рождение, положение, имя, хотел бы скрыть я до того момента последнего, пока же я милости прошу, дозволит мне остаться неизвестным. Я эту милость дарую тебе, о храбрая душа! Ну что ты унижаешься, ты ведь царь! И я тебя, милости, прошу, не заставляй меня твой труп оплакать. И ненависти к дочери моей не разжигай в сердцах, а вместе с ней обвешь. Не надо. За то, что я родил ее, эту упрямую, пустую, из точки горести моей. И слез. А ну не расстраивайся. У тебя же гипертония. Тебе не стало. Ну давай его, все такое. Тихо! Не критикуй его так принципиально. Тихо, я говорю! Тихо! Вы же трон пошатнули. Ты чё опекайся? Ты чё опекайся? Пулю. А ты что его лупсуешь, а? Ты что, забыл, кто это такой, да? Я тебе пихну. Это же царь! А ты его лупсуешь. Я пихну, потери скурков. Это, ты, наверное, знаешь, это же царь! А ты вообще царь или не царь? Конечно, царь. Ты слышал, говорит? Конечно, царь, а ты без всякого Яковлева. Выколоть ему у него все царь. Полюбай! Я сам это. Нет. Вот же царь, а ты выколотишь у него. Как же он тогда царством будет управлять? Я тебя пихну. А я тебе сказал, что он старенький и пускай немного пахнычет. Благодарю за ваших чувств, святое благородство. Пусть либо небо даст мне Турандот, мою избранницу в супруги, либо пусть пресечется жизнь. Иль Турандот, иль смерть. Ваше Величество, мы сейчас попробуем этого мальчонку отговорить. Тартальи вместе. Со мной, да? Вот, да спасибо тебе, подсолонка. Раздай, ваше величество, постерегите, пожалуйста, портфель. А уроки я после сделаю. Я-то думаю ему сказать так. Не-а, так мне не нравится. Давай мы ему скажем, мол, значит, эдак.
По-моему, опасно. А что если ему сказать попроще, но с намеком? Но с намеком? Да. Си-си-си-си. Шутка. Ну что, это можно. Можно, это можно. Можно, можно, но не нужно. Да. Давай мне ему скажем просто по-нашему, мол, сейчас, хотите, сосутиться. Хорошо. Ну, теперь уже, да, уже совсем понятно. Молодец, Вася, Вася Усочек, мы сейчас вам загадаем наши маленькие загадочки. И как только вы их отгадаете, вам тогда будет совсем легко отгадать и Турандоткины загадочки. Ну! Ну, пойдемте. Да. И ваша жальца сейчас мы вам загадаем. Да, вообще да, тут да. Ничего сложного нет. Первая загадочка будет очень простенькая. Да. Ну. Почему верблюд не ест ваты? Она простенькая, но никто не догадается, и ты пытался тоже. Почему верблюд не ест ваты? Да. Потому что в ней нет витаминов. А в ней их никогда и не было. А, о, я догадался. Потому верблюд не ест вату, что не всегда бывает в аптеках. Вот и неправда, а вчера выбросили. А верблюд не знал. А я не верблюд и выбил 2 кило. Ну, подожди. Ну, ладно, ну, хоть, ну, почему верблюд не ест вату? Да просто не хочет. Ваше высочество, значит, будет такая загадочка. Это будет сложнее, довольно простая такая загадочка. Значит, что такое? Начинается на «э», кончается на «хэ». А это очень просто, я сразу догадался. Это будет «эх». Дороги! Ничего подобного, никакие это не дороги. Ага! Значит, о! Ну, я догадался, ну, давай, не дороги, это будет... Да нет, мы не ехали. Не ехали? Ничего подобного, а ты знаешь, старик? Да он ничего не знает, что ты спрашиваешь. Ну, ребята, вы все равно никогда в жизни не догадаетесь, поэтому я сразу скажу. Начинается на «э», кончается на «хэ», это будет домашнее животное эндюх. Эндюх? Ага, такое. Ну, теперь еще будет? Да, а вот это совсем довольно сложная загадочка. Да. Да? Вот скажите мне, пожалуйста, дорогие мои ребята, каким образом можно избавиться от мышей? Мышей. А что если посыпать чем? Дунцем. Это помогает, но не во всех случаях. Мышей. Ну? Мышей. Да. Ну скажи, Бригелочка. Вот как мышей? Да. Я не знаю. Не знаешь. А что ты знаешь? Я? Старик, а ты знаешь? Да я тебе сказал, он не знает. Ну, ребята, я вам скажу, это довольно просто. Для того, чтобы избавиться от мышей, да, нужно их всех загнать под шкаф, а потом быстро-быстро отпилить ножки. Ну и все. Ну и последняя загадочка. Это уж действительно очень простая. Она, правда... Будь здоров. Нет, это я оговорился. Вернее, я простудился. Очень простая загадочка, но она, правда, психологическая загадочка. Значит, что такое 4 ноги, хвост, мышей ловит и мяукает? Ужасно! Вот никогда не догадаешься.
Ни за что не догадается в постановке. Это. Господи, боже мой, я же знаю. Ну, это же детская загородочка, мальчик. Это будет, знаете чего? Это будет домашнее животное, кошка. Я сам думал, что кошка, а оказывается, кот. Зачем старание напрасно все? Иль турандот, иль смерть. Пускай сюда войдет принцесса, и пусть она упьется новой жертвой. О, ну, мой вечный, мне просветите разум. Пусть вид ее меня не поколеблет. Диван священный, мудрецы и судьи моих отгадок и моей судьбы. Явите милость к слепому от любви, который сам не знает, где он, что он, и летит к своей судьбе, влекомой силой тайной. Принцесса Турандот и... Маша, это когда же мы успеем с вами организовать ансамбль песни и не возбуждал такого сострадания во мне, зримо. О, небо! Это он! Тот, кто в одежде жалкого раба работал при дворе у Хорасан, когда был жив отец мой Кейкубас. И так он принц! Я чувствовала это, и сердце отдала ему! Дайте легкие ему загадки! Перестаньте быть жестокой! Как? А честь моя? О, принц, от гибельной попытки откажитесь. Я не жестока, нет. Известно небу, что слух об этом ложь. Но я таю в своей душе глухое отвращение к мужскому полу. Чтоб защитить себя и быть свободной, готова сделать все, что я могу и что умею. И почему должна лишиться я свободы, которая должна быть доступна каждому? Что заставляет вас меня жестоко делать против воли? Принц, если возможно убедить мольбами, я унижусь до мольбы, избавьте же меня от злого долга, загадывать загадки. Знаете, у Турандот жестокая, что если бы имел я не одну, а сотни тысяч жизней, я все бы их принес для вас на плаку. Дайте легкие ему загадки, перестаньте быть жестокой. О, Турандот, про вашу славу вспомните. Готовься же, несносный, к испытанию. Так пусть же будет роковой декрет прочитан здесь публично. Устрашение! Пусть!
Унесите декрет. Пожалуйста. Мучительный закон. Тебя исполнить я. Перед лицом Конфуция клянусь. Эй, твей дрей. Скажи мне, чужестранец, что такое? Я скорчился в сухом полене. Я скорчился в сухом полене. Жду, что пришла моя пора. Жду, что пришла моя пора. И первое мое явление. И первое мое явление. При первом стуке топора. При первом стуке топора. Я хилый маленького роста. Я хилый маленького роста. Дыхание всякого боюсь. Дыхание всякого боюсь. Пролей воды, погибну просто. Пролей воды, погибну просто. Подуй, завяну и собьюсь. Подуй, завяну и собьюсь. Но если дует сильный ветер. Но если дует сильный ветер. Я вырастаю на небес! Хочу я, чтобы ты ответил, что я за дива, что за бес. Я был бы счастлив, гордая принцесса, если бы загадки все были так же легкие. Алло. Ты хочешь, чтобы я ответил, что ты за бес, как звать тебя? Когда подует сильный ветер, ты встанешь всех нас истребя. Но раньше, мало ты ничтожен, ползешь и шепчешь только трое. Но я подул еще. И что же? Загадка решена. Огонь! 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 Ой, милостиво будь! Ой, небо, не давай ему догадки. Отгадай, кто я такая. Чуть за 3 9 земель. Чуть за 3 9 земель. Целый мир пересекая. Пересекая. Отыщу любую цель. Отыщу. Я лечу сквозь океаны. Я лечу сквозь океаны. Где-то вспыхнул против меня. И не в силу ураганы. Не в силу ураганы. Чтоб свершить переселение. Из Москвы в далекий край. Мне достаточно мгновенья. Извините, принц. Я отвечаю. За 3 9 земель мчишь мир, пересекая, найдешь любую цель. Так кто же ты такая? Не знаю, не знаю. Летишь без крыл звеня, за морем, за горами. Теперь поздравь меня с отгадкой в телеграмме. Телеграмма! 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 Узнай, глупец! Счастный. Когда в загадке этой кончить испытание? Чем больше ты стремишься превзойти меня, увы, мне я его теряю. Тем больше мою ненавидим. Отсюда ты не выйдешь. Нет! Брат мой, когда услышу, что он поднял бубен свой, я, представь себе, на крышу прилечу вниз головой. Я могу быть светлой искрой и стрелой. И смертью быстрой всех сильней и всех страшней. Так смотри и не бледней. Стоишь-то? Турандот, вы вашей красотой меня смутили. Я в восхищении, но я непобежден. Только брат твой загрохочет и поднимет бубен свой. Прилети ко мне на крышу, лютая вниз головой. Будь чем хочешь, светлой искрой. Будь стрелой смертельной быстрой. Не боюсь тебя, моя грозовая молния! 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 Молния!
Никаких испытаний! За мной стой, министр! Встань! Встань, сердце моего тирана жестокой! Вас, мой государь, прошу я отменить приказы ваши. Я не буду счастлив, когда она меня так ненавидит. Дозвольте ей другое испытание. Какие испытания? В храм пусть к нам идут, но там, на алтаре, отчаяние горе ваша дочь умрет. Умрет, молю вас, государь. И вы, принцесса, окажите милость. Пусть в новый день здесь соберу диваны непокорному уму, я сам здесь предложу свою загадку. И вот она. Чей сын и как по имени зовется несчастный князь, который должен был просить как нищий корку хлеба, и чтобы жизнь свою поддерживать носил мешки за плату низкую, и только он достиг предела счастья, о каком не мыслил, как снова стал несчастнее, чем был. Пусть завтра здесь перед лицом дивана жестокая душа найдет отгадку и скажет имя сына и отца. Чужестранец, я условия принимаю. Вновь опасность. О, новая надежда. Неразумный, что требуешь? Разве не знаешь ты, каков в ней ум? Хорошо, готов вам уступить еще в последний раз. Я не потерплю трагедии новых. Хотя бы раз загадку разгадала, он не умрет. А он уйдет живым. Ступай за мной, несчастный. Неразумный! Ранее я слышу гул тысячи насмешек, издевательство толпы народной, как будто бы она, бездарная комическая дива, ошибкой вызвавшая смех. Знай, Адельма, я уже решила, что если завтра утром не смогу назвать имен, то там же, среди храма, пронзу кинжалом грудь. Принцесса, нет. Решить загадку нам необходимо при помощи науки или даже путем обмана. Адельма вас гораздо больше любит, пускай она вам помогает. Да-да, Адельма, ты мне должна помочь. Но как могу узнать отца и сына имя, когда не знаю как, когда, откуда он к нам явился? Постойте, сам в диване он нам сказал, что здесь есть его знакомый. Его нам надо разыскать, хотя Бергном пришлось поставить город. Не пожалеть лишь золота. Бери все золото, жалеть мне нечего, я знать должна. А как потом, узнавши даже скрыть, что вы обязаны победой не себе и своему, а подкупу? Кто ж выдаст нас? Не ты! Ну, это слишком. Узнайте же, принцесса. Мне так хотелось убедить вас дать свое согласие и стать женой того, кто вас достоин, нежен, кто вас любит. Мне было жаль его. Ну, а теперь мне все равно. Узнай, Адельма, здесь была Скирина, мать моя. Она сказала мне, что этот принц в ее гостинице остановился. И что Гасан, мой отчим, обожает его и с ним знаком. Гасан! Я мать свою просила узнать мне имя принца, и она сказать по правде обещала. Теперь принцесса может сомневаться в моей любви и верности. Не уходи, заровняй тебя! Ах ты, Рандор! Она глупа, ведь глупо же надеяться, что добровольно Гасан откроет тайну, зная, как важна она. И если вам угодно любви моей поверить, я могу вам дать совет. Не здесь. В
в укромном месте. Хорошо. Пойдем, Зелима. О, подкрепи меня, любовь! Могучая, ты сокрушаешь все! Так помоги же мне разбить оковы! Мое отца во всей столице знаешь ты один. Если наше царство так далеко и прошла молва о нашей смерти, я уж 10 лет скитаюсь, значит, нам нечего бояться. И все же вы неосторожны, князь! Несчастье вашему невозможного бояться нужно. И стены, и деревья, и предметы имеют уши. Раз идет вопрос о том, чтобы несчастного добить, все будет против вас. Я не могу спокойным быть. Нам удалось побить на состязании одну из самых умных, прекрасных женщин. Вместе с ней мы победили одно из самых сильных царств. И вдруг затем по слабости сердечной все пропало. И мерей, барах, нежную любовь аршином интерес. Ты не видал отчаяния и гнева, Турандот, а в ней вся жизнь моя. А вы, как сын, должны бы больше думать не о ней уж побежденной вами, а о своих родителях, которые в горести и нищете оставили в Берласе. Не упрекай меня, я так хотел ее утешить. Так может, мой поступок ей по сердцу пришелся? Может быть, в ней искра благодарности проснулась. Ком? В Турандот? Ха-ха! Какое заблуждение! Мне нечего бояться, барах, ты меня не выдашь. Говорил ли ты своей жене, кто я? Конечно, нет. Послушан, барах, приказанием вашим. Но у меня предчувствие дурного. Я весь дрожу, не знаю почему. Здравствуйте, ваша высочество. А я как раз вот хотел с вами побеседовать. Ваше высочество, здорово! Что? Кого? А по-моему, здесь есть кто-то кроме меня. Ой, кроме меня кто-то есть здесь. Что? Кого? Кто такой? Смотрите, никого нет. А почему же мне в спину вступило? Это у тебя, наверное, этот редикулит. Ты думаешь? Ну, конечно. Ты знаешь, я тебе только скажу, ты это дело не запускай, это лисица. Лисица надо. Да. Ты знаешь, я тоже вот так один раз согнулся, и потом все, привет, больше не мог согнуться. Да? Ну ладно, ты мне лучше скажи прямо, зачем ты сюда пришел. Вот тебе раз, скажи, теперь скажу прямо. Когда ни спереди, ни сзади не могу выпрямиться. Ну, постой, я тебе сейчас распрямлю. Ты не можешь, да? Я не могу. Не можешь, да? Ну, постой, я тебе сейчас распрямлю, я тебе сейчас дам одно неопатическое лекарство. Макося, укуси. Макося, укуси. А разве неопатическое через ноздрю принимают? Я не вижу, что ты. О, тихо.
Подожди. Ты смотри, как ногой и как рукой сняло. А я знаю, зачем ты сюда пришел. Нет, не знаю. Нет, знаю. Нет, не знаю. Нет, знаю. Нет, не знаю. Ты, небось, хочешь узнать имя принца? Ага. Да, уже 5 лет, как я скрываю в груди смертельный яд. Я притворяюсь, что я смирилась. И что я люблю ее надменную. Во мне кровь царская, и Турандот ничем меня не превышает. И я могла бы трон занять. Мне стыдно быть униженной рабой. Притворство не по силам больше мне. Я вся измучена и истерзана. Я таю, как снег пред солнцем. Вот перед огнем. Скажите, кто бы мог узнать во мне Адельму прежнюю? Никто. Никто. Но я уже решила сегодня сделать все, на что способна. Победа или смерть. Он ненавистная твоим. Не будет. Она идет сюда. Она подходит. Послушаем, что будет говорить. Довольно! Перестаньте. Идем за ним. Неужто только ненависть и злоба он мог в вас возбудить? Такой красавец, так влюбленный. Не мучь меня, Зелима, и без того мне стыдно признаться, что он стал причиной чувств раньше мне незнакомых. Нет, неправда. Я его ненавижу. Он спит меня поверх перед диваном. Теперь по всей стране и за пределами узнают, что случилось. Над моим невежеством смеяться станут. Завтра утром опять сойдутся в зале мудрецы. И если я не в силах буду разгадать загадку трудную, которую он задал, отец велит немедленно вести нас в храм. Соединить нас с браком. Честный, как вам не дает несчастный лист, который должен уносить мешки, если как ничего, кроме честный, как вам не дает несчастный. Что этот принц, он сам и есть. Я это догадалась. Но как узнать отца и сына имя, когда его не знает даже хан? И разрешил ему скрывать его прозвание до конца борьбы? Ну как мне разгадать загадку эту? Что делать? Невозможно. В столице есть кабалисты и маги, способные на все. Вы обратитесь к ним. Как ты глупа, Зелима. Они обманщики, и я не верю им. И верить может им одно простонародье. Скажи еще мне что-нибудь. О, вспомните, принцесса, как он стоял пред вами, прекрасный принц. Как трогательны были его мольбы и жалобы, когда, забыв им все, за вас молил он на коленях хана, за вас, которая так бессердечно с ним обошлась. И был готов опять рискнуть своим с трудом спасенной жизнью. Довольно! Замолчи, узнай, что это сердце. Нет, я его ненавидела. Я не могу себе представить,
мужчины. Вы слишком молоды, принцесса, и говорят, у вас гордость и упрямство. А как настанет возраст несчастливый, поклонники исчезнут. Вот тогда наступит час напрасных сожалений. Что вы теряете? Какую-то там честь? Какую-то надуманную славу? Прости меня, Делима. Адельма? Но идеи низкорожденного не могут быть иными. Адельма? Да, принцесса, это я. Прогуливаясь здесь неподалеку, невольно я слыхала последние Делимины слова. Я так люблю принцессу. Я была возмущена. Ты плохо понимаешь, что принцесса, которая была побеждена перед лицом высокого дивана, каким-то неизвестным, должна испытывать и стыд, и огорчение. Так презирала она мужчин, глумилась так над ними, и ей рабой стать одного из них. Апропо, я лично слышала, как тысячи мужчин с нескрытой радостью подшучивали злобно над вашими загадками, как будто загадки были глупы и смешны. Что делать ей, скажи, когда ее рассудку вопреки и против воли стремятся выдать замуж? Молчи, Адельма, не разжигай во мне этой злобы. Несчастье большое выйти замуж. Ах, замолчи, ты просто не способна понять величие сердца. Не из лести я это говорю, и не пустяк, что завтра перед народом, перед диваном, всем она обязана два имени назвать. А если ей придется отвечать незнанием или признанием откровенным в своем бессилии разрешить загадку? Как быть тогда? Тутоножка, ну как же ты мог обо мне так подумать, а? Как же ты только мог обо мне так подумать, а? Тутоножка, как ты только мог обо мне так? А как ты догадался? А я, небось, тоже хочу узнать имя принца. Да? Ну, конечно, только, знаешь, у меня план есть от средств, которые делали. Как? От средств, которые делали. Давай нет. Я скажу. От средств, которые... Я сейчас сам скажу. Ну, давай. От средств к осуществлению. Вот, этого у меня нету. А у меня, Панталоша, плана никакого, зато средства к осуществлению. Зато средства к осуществлению. Средства к осуществлению. Давай я скажу. К осуществлению. А, бросай. Вот, нету. Вот, ну так если... Есть. Именно есть у тебя. Ну тогда если у нас есть и план, и средства к осуществлению. К осуществлению. Если у нас есть и план, и средства, оказывается... Давай я скажу. Ну, давай. Если у нас есть и план, и средства, оказывается... Если у нас и план, и средства, оказывается... Давай я скажу. Ну, ладно, ну, хватит, а то действительно мы договоримся до того, что телевизор выключат. Действительно. Давай вот, знаешь, кто сказал? О! Ой, какой мальчик! Черненький мальчик! Скажи ты, не бойся. Который играет на этом. Ну, давай. Как какой молодчинка. Хорошо сказал, гладненько так. Ты что, давно репетируешь, да? Ну, только, по-моему, очень тихо. Да, ты очень тихо сказал. Чего ж ты робеешь-то? Все равно ты сидишь бесплатно здесь. Вот, и поэтому ты не робей, скажи погромче, так, чтобы все слышали, кто сегодня пришел на спектакль. Ну, давай. К осуществлению! К осуществлению. Это по какому же ты? Ну, в общем, вот у тебя ничего не выходит, иди разгримировывайся, мы уж как-нибудь без тебя сами. Ну, давай тогда действительно действовать сообща. Хорошо, я пошел, ладно? Не, погоди, а я как же, я не... Ты опять не можешь стартовать, да? Да, мне трудно. А ты знаешь, а я тебе могу, пожалуй, помочь, Панталоша. Я тебя катапультирую. Правда? Да. Ты нагнись только пониже. Зачем? Так мне удобнее будет. Да? Да. Но ты все-таки не забывай, что я старый.
тетки. Ну, конечно, это я учту. Ну, давай. А это зачем? Это в футболе называется угловой. Сам побежал! Он спотыкнулся. Мы должны узнать имя принца. Зови скорее сюда Тарталью и Панталону, действуй! Ясно. Вот здесь! Я говорю, вот здесь! Кто стучит? Кто опять стучит? Я говорю, вот здесь! Вот здесь вот! Есть чем сбить с толку, их высочество. Пошли! Как ты куда? Куда? Сам Пригела нас вызывает на конференцию. Я не хочу, у меня уроки некогда делать. Ну какие уроки? Вот почему я двоечник. Вообще, Панталоша, Пригела в последнее время очень стала к себе воображать. Много воображать. Да нет. Ну не стучи, он же в кабинете сидит. Он к тебе в кабинет, Пригела. Ваше высочество, вот ваше высочество, вы знаете, вот я ваш давнишний поклонник, да, знаете, вот я видела все фильмы с вашим участием, и «Войну и мир» видела, и Анну Каренину видела, и Алые паруса видела. Ах, как прекрасно! Ах, как это прекрасно! Это замечательно! Душечка! Душечка! Подпишите вашу фотографию, которую я ношу у самого сердца. Я не обещаю. Ну и что? Не пишет. А вчера из ремонта. Ну-ка, иди сюда. Тогда же иди сюда. Ты пойдешь. Не торопись, он все равно нас не видит. Тихо, только будто нас не видит. Пригела, а куда мы идем? Принц головой рискует. Принц, оказывается, головой рискует. Оказывается, принц головой рискует. Ой, оказывается, принц Лановой флиртует. Что ты хочешь, ну? Я говорю, ну и что? Так я же говорю, принц головой рискует. А я его уговорю застраховать голову. А для этого он должен будет заполнить анкету. Оказывается, он должен заполнить анкету. Оказывается, мы идем на банкету. Васю, вы же головой рискуете. А почему бы вам ее не застраховать? Вы потеряете голову, а вместо нее нарк получите.
2 рубля 87 копеек. А для этого нужно только заполнить анкетку. Ваше фамилия? Что? Простите? Не понял. Бурные аплодисменты, переходящие в авиацию. Что вы? Я предлагаю. Давайте ты тогда. Раз я знаю, что он что сделал. Давай. Нужно этого принца подпоить. Правильно. Знаешь, когда его высочество захмелеет, оно тут же проговорит. Правильно, Вася. Мы решили в вашу честь устроить, знаете, такой небольшой ку-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 
Ну-ка. А что, если я попробую еще раз разбегать? Давай. Коктейль! Молодец! Вот, у вас штопор, отштопоривайте, пожалуйста. Ну что вы на самом деле делаете? А ну, что с тобой? Что с тобой? Тихо, Ри, что ли? Что это так? Что, разве это так делаете? Отдайте мои бокалы. Куда? Как? Отдайте бокалы обратно. Зачем? Не надо. Отдайте бокал, это вам не в столовку. А зачем? На приемах делается это по-другому. А как? Ну вот сейчас я вам скажу. Поинтеллигентнее делается. Разбирайте, пожалуйста, бокал. Ты чё? Что с тобой? Тихо-то, что ли? Ну что вы на самом деле, как в молодежном кафе? Он тебе там кружечку оставил. А ты не будешь с нами, да? Мы на троих будем, да? Нет, плесканей мне, пожалуйста. Ну, давай, тот. Я вообще, Вася Высочество. Извините. Вася Высочество. Вася. Высочество. Высочество. Я вообще давно мечтал выпить с вами за бутерброд. Да нет, не. Я ошибся. Я же живой человек, я могу и ошибаться. Я вспомнил, как это правильно слово говорится. Это надо сказать на брудер штраф. Ага, правильно. Выпьем еще. Ой. Что это такое? Что это за гадость, а? Что такое? Какая-то гадость, это рыбий жир. Это бяка. Я его пью с 6-месячного возраста. Ну-ка, прични мне. Вот с этой девочкой я вместе пью. И вот видите, костюмчик еще я не перешивал. Ну-ка, прични. Ну давай тогда, что вы? Распробуй. Еще по одной. Видно, это я сейчас знаю, что я им скажу. Ваша Высочество, а ты знаешь, очень действительно как-то неудобно получается. Ох, как неудобно. Потому что мы пьем. И даже не знаем, за кого мы пьем. Вот. Как будет ваша фамилия? А? Молчит. Выпьем. Давай. Еще. О, Господи, Боже мой. Ой! Косточка пока. Товарищи! Товарищи панталоны! Слушаем мою команду. В одну шеренгу стройся. Да ты что, окосел, что ли? Мне же зовут Панталоне. Одна Панталоне. Не-не-не, это одно Панталоне. Не-не, я его, честно, это один Панталон. Нет, старик. Старикашка, ты неверно это слово, неправильно это слово распрягаешь. Правильно нужно сказать это слово так. Одне панталоны, потому что вас уже двое. Ага. О, смотри, их уже четверо. Так мы беспрерывно размножаемся. Как из икры красной. Друзья, вы только гляньте,
Она же уже целый аквариум. А мы все вместе не можем найти какого-то там принца, да? А вот мы сейчас выпьем по рюмочке в последний раз. И уж тут он наверняка проговорит. Правильно. Ну, правильно. А ты меня обошел. Еще. Тебя обойдет. Я уже придумал, видите, стоило выпить последний раз, и я сразу уже придумал. Слушай, друг, ты меня уважаешь, а? Куда ты пошел? В народ. Да. Он отдаст, вы не бойтесь. Он поиграет и отдаст. Правильно, а вы не бойтесь, он не отдаст. Подожди. Ребята, мы сейчас в программке посмотрим, кого играет артист Луновой, ага. И сразу узнаем имя принца. Да, давай. Не щекоти меня бородой, Багира. Не щекоти бородой, оторву! Оторву! Давай. Ну давай, читай, что да. Там написано. Вот у меня не читается. Да ну подожди, это что? Ну? Айда! Куда? Аида! Аида! Это чел кунчик. Ну, подожди. Это, вот. Чего сам? Че ты сам? Че ты сам? Громотей. Рига. Рига. Лето. Рига, лето. Что ты насчет отпуска? Прямо, это же, мы в оперный театр попали, это не туда, вот. Ну, это же выясняйте, он общество! Вот, а ты признайся нам, Семерым, где ты работаешь, а? Ну, ты что, Семерым, ну, что ты не видишь, что он слово поговорить не может. Это же пьяно в Дорбдадам. Это же абсолютно... А ты что на меня смотришь? Арестованные вас ты? Кого? Вот этого гражданина в желтой баллоне. А есть двое? Ну вот двоих запирает, чтоб я ошибиться. Ваше Высочество. Ваше Высочество, следуйте. И вас меняют. Прощай, мой друг. Увидимся в другой раз. Будь осторожен. Ты смотри, еще грозится. Вот! Что ты наделал? Зачем ты его отпустил? Он дойдет. Он дойдет. Я дошел, и он дойдет. Вот еще новости. Если бы знали! Друзья мои, если бы только знали! Что? Если бы знали вы! Что? Как мне дороги! Сказал он нам их высочество. Поможет небо неосторожному, а я, конечно, не выдам тайны. Горе мне! Мой сын, он арестован. Этот злой тиран султан Хивинской дерзкой, узурпатор моей короны, властен даже здесь. Тогда умрем мы оба. Калов! 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 Молчи, старик!
Или умрешь на месте, кто ты такой? Откуда? Как устал ты имя юноши? О боже, пара! Как ты смел поднять оружие на монарха своего в несчастье павшего? Ты против сына? Да значит ты, Тимур! Это я предатель. Ну что ж, ударь и сократи мне жизнь. Я жил достаточно. Пережить неблагодарность преданных министров, мне ради низких выгод изменивших узнать, что милый сын попал во власть хивинского тирана. Тяжело мне. Мой государь! Да, узнаю теперь. О, государь мой, вы меня простите. Поступок по любовью был вам вызван. И если сын вам дорог, не называйте по имени ни сына, ни себя. И я не барок здесь. Я здесь готов. Надеюсь, что никто не слышал вас. А где же супруга ваша? Здесь, в столице. О дорогой жене не вспоминаю. Берлась и там, в убежище для нищих, покорной судьбе, с мечтой о сыне и с именем любимца на устах, склонив свое чело на эту грудь усталую. Меня же утешая, она скончалась, бедная душа. О, бедная царица! Я тотчас спустился по следам любезнейшего сына. След его меня сюда привел. Едва прибыв, я вижу сына моего под стражу. Уйдемте, государь, и не тревожьтесь о вашем сыне. Завтра, может быть, он счастлив будет. Вместе с ним и вы счастливым станете. Но только вы должны скрывать свое и сына имя. И я не барок здесь, я здесь готов. Гасан, ну что скажи о тайне? Все я вам открою, как только мы уйдем отсюда. Ну расскажи. А здесь нельзя. Да. Но что я вижу? Скирина и выходит из гарема. Откуда ты? Зачем? Сыра ли я была у дочки? Как же радовались мы с Зримой, что победил наш чудный гость. Тот юноша прекрасный. Так же любопытно нам было посмотреть, как эта ненавистница мужчин изволит держать себя невестой. Ты всего еще не знаешь и идешь в гарем? Болтливая сорока! Я тебя искал повсюду, чтобы запретить тебе болтать в гареме. Но на горе мудрейшие из замыслов мужчин всегда на деле отстают во времени от глупых бабьих планов. О, что ж ты болтала? Я боюсь, что ты в чрезмерной радости призналась, что неизвестный принц гостит у нас, что муж твой принца знает, очень любит. Ну, говорила, да? А если бы сказала, что здесь плохого, если бы сказала? Нет, ты признайся, рассказала, да? Да, я сказала. Она меня узнать просила имя принца. И я сказать по правде обещала. Ой, я несчастный! Я погиб. Бежим, бежим отсюда. Ну расскажи. Бежим скорее. Поздно. Он едущий жестокий турандот. Жена, беги скорее, возьми с собой вот этого несчастного и скройся живо. Мне поздно уж бежать. Ну что за тайна, расскажи. Уста замкните, пусть из ваших уст не выйдет ваше имя. Ты, жена, скорее вместе с этим старцем живо скройся, но не в своей гостинице, в другом укромном месте. И сидите там до половины завтрашнего дня. Мой муж! А ты не с нами почему? Ступайте же скорее. Ну почему же ты не с нами? Бежимте вместе. Поздно. Поешь? Где ты сядешь? Выищите Гасана, я Гасан! Гасан! Это уже подозрительно. А это кто с тобой? Старик? А это кто? Дама! Кто эта дама, Гасан? Госпожа твоя меня искать велела. Брось старика эту даму и пойдем! Нехорошо бросаться собственной женой. Эй, стража, кандалы готовы? Готовы. Связать. Крепко связаны? Крепко. Алле! Thank you.
убег. Вася! Вась! Вава! Вася, высочество! Вы уж раз 300 мимо меня продефилировали. Уж третий час. Ху-ба-ба-ба, мой князь. Мне сон смыкает веки, и вам не худо поддохнуть. Ты прав, но думы скорбные мне не дают покоя, а ты ступай с ним. А слово, князь, почудится, быть может, вам кое-что. Или привидится, вы будьте настороже. Я вас предупредил. Почудится? Привидится, всырали здесь. Запрещено по страхам спрятать сюда, кого бы то ни было пускать. Пускать, скать, найти нас, не делить. Я намекаю лишь на любопытство, которое снедает все. Узнать, кто вы. И может так случиться, что в скважину замочную пролезет к вам фея, дух и ведьма. Еще хуже, шпион. Интересант с намерением, чтоб выпытать. Это массовая самодеятельность у нас. Намек вам мой. Понятен? А? Я говорю, намек вам мой. Понятен? Нет. Господи, ну сейчас все этот намек понимают. Ну. Я понял. Я понял. Спокойно будьте, я буду осторожен. Сохранят вас боги. А также и тебя, Бригелла. Хорошо. Бригелла. Заклянься! Если хочешь быть здоров, это производство и гимнастика. Я бросил в душу он подозрение мне. Кто ж нападением мне здесь грозит? Не за горами утро, недолго мне лежать на ложе пыток. Попробую я сон к себе сманить, чтоб веки мне усталые снижили. Господин! Ой, как сильно сердце бьется! Ты кто? Зачем? Не узнаете вы меня? Кирина я! Жена Гасана! Я подалась сюда секретными путями, переодевшись стражником. Кто-то турандот сказал, что муж мой раньше вас знавал. Она велела привести в гарем его и ваше имя вырвать силой. Мой бедный друг. Я больше вам скажу. Ваш отец ко мне приехал. Мой отец? Да, он теперь вдовец. Он вашей матушки лишил. О, мать моя. Еще должна я вам сказать, знает ваш отец, что вы содержитесь под стражей. Он теперь боится, плачет. Даже он хотел явиться к Турандоту и ей открыться. Хочу, кричит, я сыном умереть.
Что? Хочу, кричит, я с сыном умереть. Его одним держал обещанием. От вас ему записку принести, написанную вашей рукой и с вашей подписью. В столице мой отец, а мать скончалась. Меня обманываешь ты, Скирина? Если я солгала, пускай Бергенгузин спалит меня огнем. О, мой отец несчастный. Вы поторопитесь. На случай, если найдется под рукой, я принесла перо, чернил, бумагу. Все приготовила. Пускай старик получит строчку с подписью, что сын его безопасности и накануне счастья. Давай сюда дощечку. Нет, постой. Ты, кажется, имеешь дочь в Сирале. Ну так что же? Ступай к отцу Скирины и скажи, что пусть он явится без страха к хану. Ему откроется чистосердечно, и буду я доволен тем. Как? Вы не будете писать одно лишь слово подписью? Нет. Лишь завтра все узнают, кто я. Но я дивлюсь. Жена Гасана пытается меня предать. Я предаю? Ну, не ждала я, что после отки трудов и риска меня аж начнут корить, что предаю. Я удалюсь и передам, что вы сказали. Хитра, Бельма, но не просто этот. Так прав предела был насчет видений. Но поклялась она в столице мой отец, а мать скончалась. Еще одно видение. Послушай, оно что станет говорить. Пора б добру явиться. Но я себя надежду и не тешу. Бесчувственно я знаю Турандот. И все ж вы сердце гордое ее смягчить сумели. Вы первый, вы один. Хоть и твердит она, что ненавидит, но знаю я, что любит вас она. Пускай сквозь землю провалюсь к лгу. Ну хорошо, я верю. Дальше что? Признаться, я князь должна. В отчаянии готова принцесса спасть, поняв, что не под силу взяла задачу на себя. Ужасно ведь для гордости ее, что после всех побед придется ей униженной и посрамленной быть при всем диване, и мысль об этом ее гнетет ужасно. Пускай сквозь землю провалюсь к лгу. Не накликай столь страшной кары, верю. Ступай, скажи принцессе, что ей выйти из борьбы легко со славой. Если она научится повиноваться сердцу, докажет всем, что чувствовать способна. Не с этой доброй вестью ты пришла ко мне, Зелима. Нет, не так-то просто покорить нас. Прошу внимания. Я слушаю. Принцесса умоляет ей меня открыть, и в остальном довериться ее великодушью. Ей надо гордости с вами спасти, не будь униженной при всем диване. Тогда она сама сойдет вам в трон и счастливит вас по доброй воле. Решайте снять опасность, тут нет, по доброй воле, а не по принуждению, вам сердце гордое отдаст. А эту речь Зелима не скрепила обычным заключением. Каким? Пусть я сквозь землю провалюсь к лгу. Я лгу по-вашему! Уверен в том. И твоего совета я не приму. Отправляйся к своей принцессе и скажи ей, что слава моя и гордость в ее любви. Так пусть простит отказ моей любви горячей. Вы, князь, подумали, во что вам может
горячность ваша обойтись. Пусть стоит хоть жизнь мне. Так ничего вы мне не сообщите? Не сообщу. Прощай. Скройтесь, смешные привидения. Поклялась она в столице, мой отец, а мать скончалась. Но мужество уже недолго ждать решения судьбы. И надо мною бог сна уж реет легкими крылами. Желанный миг, о вожделенный час, любовь, ты до сих пор мне помогала, вливала мужество и силу в душу. Вложишь в уста мне пламенные речи и помоги влюбленной страстно победу одержать. Возлюбленный мой, спит, не бейся сердце тревожно так, не трепещи, как жаль мне свеять с вас, о, милые глаза, сны золотые. Но близко день, и не могу я медлить. Проснитесь, князь! Кто сон мой нарушает? Видение новое. Исчезни, призрак. Не бойтесь, садитесь, слушайте, кто я по-вашему, скажите мне. Ваш величавый стан и вся осанка невольная внушает уважение. По платью же передо мной рабыня, которую в диване видел я и пожалел. 5 лет назад. Еще любимицей судьбы, впервые вас увидала, князь. Видишь? Говори мне, ты знаешь, видал меня когда-нибудь ты раньше? Боже, возможно ли? Адельма, вы... Да, я дочь хана Каратанского. Для трона я рождена была, рабыней стала. Княжну дочь ханскую рабыней вижу. Теперь вы знаете меня, княжне и ханской дочери должны вы верить. Да говорите же, Адельма. Вы знаете же. Но нет, подумайте вы, что я вас обмануть хочу, как те рабыни продажные. Вы мучите меня, я заклинаю вас сказать мне прямо, в чем можете вы обвинить ее. Владычицу моей несчастной жизни. Жестокая, коварная принцесса не постыдилась приказать убить вас завтра, князь. Вот. Вам, богиня, ваша. Как только завтра сделаете вы шаг отсюда, вас тотчас же пронзят десятками кинжалов. Бесчеловечная так приказала. Стражу позову, предупрежу, пригелу. О, гаизный, несчастный, вы не знаете, где вы, опутанный кругом вы гнусной сетью. Та стража самая, которой хан вас поручил оберегать, принцессы подкуплена, чтобы умертвить вас завтра. О, мой отец несчастный, хан Тимур. Тимур, отец. Погибнуть должен твой Калаф. Калаф! Судьба жестокая. Тимура, сын Калаф! Прости, о жизнь, бороться невозможно с неумолимой судьбой. Твой взгляд жестокая, моею пьется кровью. Жизнь улетай, отца.
смерти. От смерти не уйти. Я укажу вам путь ее избегнуть. Там, в моих краях, сокровище зарытое лежит. Нас кони ждут, проводники готовы. Бежим из этих стен, на них проклятье богов лежит. Бежим в Берлу, я соберу войска, восстановлю владенья. И отдам тебе. Уж петухи поют, и во дворце движенье началось. Заря восходит, с собою смерть неся. День близок, я страдаю, принц, бежим. Великодушная княжна, мой друг единственный, как больно мне, что с вами бежать в Берлу, принять от вас свободу и вам помочь отцовский трон вернуть, я не могу. Что о таком побеге сказал бы хан? И в сердце я своем, княжна, неволен. Желанной будет для меня и смерть, когда она мне шлет ее. Спешите же спастись одна, и да хранят вас боги. Безумец вы! Так вы решили твердо? Решил остаться здесь, дождаться смерти. Не любовь удерживает вас. Ко мне презрение. Вам смерть желаний, чем побег со мной. Так оставайтесь. Я рабой останусь. Ни свободы, ни счастья мне не надобно без вас. Посмотрим же, кто смерть смелее встретит. Мура, сын Кала. Прощайте, неизвестный князь. Проснитесь, князь, диван уже весь в сборке. Так вот, кого судьба орудием избрала, где твой кинжал? Скорее приказ исполни. Какой кинжал? Приказано вас проводить в диван, где все готово. Пойдем. Я знаю, мне не дойти туда живым. Но ты увидишь, сумею ли я спокойно умереть. А что, черт возьми, он все о смерти говорит? Вот проклятое бабье, ни минуты не дали ему покоя, он сам не свой. Я бросил меч. Не ломай театральную мебель. Да? Не стану защищаться, пусть донесут жестоко и что охотно. Открыл ударом я грудь свою. Пойдем. Идем. Диване все готово. Антракт.
поторопитесь превратить зал заседаний в храм. Нюша, я весь путь прошел благополучно, никто меня не тронул. Милый сын, я вижу, ты взволнован, а я хотел бы тебя веселым видеть. Сегодня кончатся твои невзгоды, твоей супругой станет трандот. А так ко мне три раза присылала, прося освободить ее от обязательства в диване и вице от союза брачного. Видишь, как долго не идет она. А я послал с решительным приказом немедленно явиться пред диваном. А в случае отказа привести хотя бы силы. Ой, вот она, сын мой, будь веселее. Принцесса Турандот и... Это наша березка, да? Хотел бы душу вам открыть и показать, что вашей печалью омрачена моя живая радость. Милыши, она не заслужила таких смиренных слов. Пусть музыка играет веселей, пусть брак священный будет заключен. Еще не время! Нет прекрасней мести, как притвориться вселить уверенность, покой и радость в душу, чтоб затем внезапно превратить всю радость в горе. Вам! Из дивана! Калов! Сын Тимура! Вот имена, которых ты хотел! Ищи жену другую и знай, как Турандот умеет побеждать! О, я несчастный! О, мой Диок, как она его отбрила! Калове печаль терзает сердце старое! Какой нежданный случай! Зримо больше сердца от него не защитить мне! Сдайтесь! Уступите! Жестокая! Ты сожалеешь, что не умер тот, кто так тебя любил. Но я хочу, чтоб ты жизнь мою завоевала. Вот он, у ног твоих тот Калов, которого ты знаешь, ненавидишь, который презирает землю, небо, и на твоих глазах от горя умирает. Кала, что ты? Как? Ты
хочешь, Турандот, чтобы жил я без тебя, страдая бесконечно и мучаясь всю жизнь? По крайней мере, будь хоть в этом милосердной, позволь мне избежать такого горя. Если способна ты на милость, здесь, в столице, есть мой отец Тимур, ты пожалей его, а мне позволь покинуть мир! Ты будешь жить! Ты должен для меня скорее целимо беги ты гуднику его отцу! Бегу! Погибло все, надежды больше нет! Узнай, я победила лишь случайно! Сегодня ночью в странном забытии ты именно открыл моей рабыне Адельми! И от нее я их узнала! Узнай еще, что доблести твои, твой благородный вид, твоя любовь нашли дорогу к сердцу моему. Его склонить сумели. Живи, будь справедливо гордым. Турандот твоя супруга. О, как я страдаю! Ты искупила все своим порывом. Я буду жить. О, счастье, ты моя! Это я их насватал! Отойдите на задний план, пожалуйста. О, да! Живи жестокой! А ты, принцесса, знай, что ненавижу я тебя, что все мои дела имели целью добиться, чтобы он на мне женился. 5 лет назад еще в моих владениях его я полюбила, но слишком он тобою увлечен, и все на горе оказалось тщетным, и надежды развеялись, как дым. Теперь один у меня остается путь. Я им пойду. Я рождена принцессой. Стыдно жить мне в рабстве, как жила я до сих пор. Довольно для Адельмы этих бедствий. Пора кончать. Пускай со мной погибнет последний отпрыск царственного рода. И кровь моя досмоет наконец позор цепей и тяжесть унижения. Вот тот кинжал, который твой супруг с тобой спасенный для меня оставил. Пусть видит весь народ, что я могу разрушить это пиратство. Остановись, Адельма! Оставь меня, тиран! Пусти, неблагодарный! Дай мне смерть! Нет, ты не умрешь! Я признаюсь, что я тебе обязан счастьем. Твое предательство на пользу было. Клянусь богами! Если бы я мог любить другую, моей женой была бы ты. Нет, нет, я недостойна твоей руки. Адельма, что с тобой? Лишь для него я шла на все. Предатель ты стала, ты отняла его. Верни свободу, по крайней мере, мне, и я покину город ваш. Не делай же жестокости последней. Не заставляй меня увидеть вас, тебя и Калопа, соединенных вместе. Ревнивые сердца на все способны, на все пойдет в отчаянии душа. Помни, там, где Адельма, ты не можешь жить в безопасности. Держай ее, Адельму, бедную! О, хан Антон! О, моя супруга, я вас молю, принцессе, возвратить ее свободу! И я прошу о том же! Пусть она уйдет свободной! Такой счастливый день своих щедрот я мерить не могу! Не можешь, а? Одной свободы мало! Да? Я возвращу Адельме мною отнятое царство! Молодец, старик! Пусть выберет себе супруга, чтоб с ним благоразумно, мудро, а не слепо, не дерзостно страной управлять. О, государь мой, слишком смущена раскаянием.
несчастная Адельма, моя любовь мешает мне понять и оценить благодеяние ваше. Но время просветит усталый ум. Теперь же я способна только плакать. Нет сил сдержаться. Будет счастлив твой Калаф, и ты порадуешься, ты снова царь. Твоя земля свободна. Этот варвар Хивинский хан жесток управлял твоей страной, и от руки вассалов, не вынесших свирепой тирании, пал мертвым, да. А скипетр державный твой министром для тебя был сохранен. Плакать. Что, жертвенник готов? Готов! Ну, в храм! В храм! В храм! К вам простираю руки, вам мои восторги, к вам мои благодарения. Видишь, Калаф, жизнь свою не пожалел из-за любви ко мне. Его министр для счастья господина своего пошел на смерть, а тот старик несчастный ради сына близко видел смерть. А женщина, которая была мне скорее подругой, чем рабыней, меня же предавать решила. В течение 6 картин. Знайте же, любезные мужчины, что я вас всех люблю.